Здорово, что такое неудача? Это когда ебальником обшлагбаум. Не можете визуализировать? Вот вам демонстрация. Ёбаный в рот, жестко-то как! Да она на этом шлагбауме чуть ебальник не оставила. Аски разгон, нам пизда! Жалко тетеньку, как так вообще вышло-то? Не уверен, что она на полном серьезе хотела проскочить под чертой. Как-то не вяжется такая безумная выходка. Ну че, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! А может это не просто несчастный случай? Вдруг нашу бедняжку заказали и кто-то перерезал ей тормоза? Кто заказчик, мне пока неизвестно. Зато я знаю, кто выполнил эту грязную работенку. Мафиозник. И все же хорошо, что там шлагбаум был. Иногда ведь в таких местах еще и будки ставят. Да, будку бы она вряд ли одолела. Блять, ебучая будка! Еще мне этот инцидент немного Лимбо напомнил. Только в данном случае перед нами видоизмененная версия. Шлагбауманская Лимбо. Бля, очень не смешно, пожалуйста. Очень надеюсь, что дамага тетушки не особо накинула. Но в любом случае, от всего сердца... Бля, я сейчас Киплео Макса включу. Дай ей. Счастья, здоровья, перловой каши поболее. И многоборье. Следующее видео состоит из двух частей. Оно прямо как каноничная шутка с сетапом и панчлайном. Начнем, как полагается, со вступительной части. Итак, что же мы здесь увидели? Да ничего особенного, честно сказать. Тачка довольно нелепо уебалась во что-то за кадром. Не нужно быть великим детективом, чтобы определить это по вылетающей табличке и колпаку. Это элементарно. Ну а теперь вторая часть, которая перевернет нахуй ваше впечатление от этого видоса. Да ну нахуй! Вот это поворот! Вот серьезно, я ожидал чего угодно, но только не этого. Чувак просто взял и свалился на мойку вне очереди. Ярик! Охуеть! Пиздец! Вы думаете, наёб? Почему наёб? Разумели такие маневры борзы? Неужто и в этом деле тоже замешан? Мафиозник. В общем, советую челику пересмотреть свой стайл вождения. Внимательно смотреть на дорогу, всегда соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. В городе, понимаешь, это на одном придыхании нужно говорить. Упорство и настойчивость иногда далеко не залог успеха. Порой такие черты характера могут и навредить. Сейчас вот этот дядька все вам продемонстрирует. Он рисует, что ли, или что? Не вижу. А, блядь, не. Я видел, да. Сука, ну вот зачем он именно так пошел? Спустил бы ноги на асфальт, да топал бы себе по ровной устойчивой поверхности. Или для таких, как он, на каждом углу нужно специально по Гэндальфу ставить. Ты не пройдешь! У вас, кстати, тоже возникло это странное чувство удовлетворения, когда мужик наконец упал. И я не с самого падения кайфую, я не садист. Я кайфую с того, что дядька поплатился за свою твердолобость. Его принципы выебали его в принципе. В натуре! У оператора, по всей видимости, какое-то паранормальное чутье на подобные ситуации. Ну вот каковы были шансы, что все закончится именно так? Откуда челу с камерой было известно, что мужичок... Ща пизданется, я снимаю. Опа, ты в рот. Пиздец. Может, наш акробат всегда в Форт Боярде хотел поучаствовать, а его не взяли. Вот он и устраивает себе полосу. В пизду пошли. Ну, в смысле, вы поняли, это раздельные вещи были сейчас.